привет! С вами Наденька. И если вы не знаете, куда отправиться с ребенком летом в Нижнем Новгороде, а это вечная проблема, то я вам подскажу. Конечно же, каждый малыш мечтает о воздушных шарах. Можно купить обычные шарики, ну а можно устроить для своего чада самый настоящий праздник, обратившись в Фаворит НН. Хотите устроить незабываемый праздник своему ребенку? Воздушные шарики развеселят любого. Можно, конечно, купить баллон с гелием и попытаться надуть шарики самому, но лучше обратиться к профессионалам. Компания «Фаворит НН» знает все о воздушной забаве. Шарики даже самому серому помещению добавят веселье. Кроме этого, займут ребятишек увлекательными конкурсами и даже станут желанными подарками. Уже 19 лет нижегородцы выбирают нашу компанию для оформления праздников воздушными шарами. «Фаворит НН» рад предложить гелевые шарики, музыкальные, светящиеся и даже ходячие. А также вашего ребенка порадуют фигурки любимых мультипликационных героев из воздушных шаров, сделанные нашими руками. Воздушных шаров много не бывает, поэтому комната, заполненная разноцветными шариками, вызовет неподдельный восторг у ребенка любого возраста и даже взрослого. Подарите малышу яркий праздник вместе с компанией «Фаворит НН», и он запомнится ему надолго. Назови кодовое слово «Первый городской канал» и получи скидку 10%. Многие мальчишки, а иногда даже и девчонки, очень любят автомобили. И если эта история про вас, тогда я рекомендую вам посетить музей Горьковского автомобильного завода. А если ваш ребенок интересуется техникой и засыпает в обнимку с машинкой, обязательно посетите музей Горьковского автомобильного завода. Здесь вы сможете не только узнать историю, но и окунуться в прошлое благодаря выставке автомобилей. Все экспонаты реставрированы и поддерживаются в рабочем состоянии. Экспозиция наглядно показывает развитие завода от первых фордовских автомобилей до создания грузовиков семейства «Газель». Ну а если ваш ребенок прирожденный художник и любит все делать своими руками, тогда настоящим открытием для вас станет рисунки песком. Вы думаете, что это нереально, да? Тогда смотрите! Песок – это материал для творчества, от которого ребенок будет в восторге. Теперь ваше чадо сможет раскрыть свой творческий потенциал или отдохнуть от трудных занятий в школе. Наблюдая за тем, как пересыпаются крупинки, ребенок учится сосредоточенно и вдумчиво работать. Может, поэтому песочная терапия получила в последнее время такое широкое распространение как в работе со здоровыми детьми, так и с детьми, имеющими различные расстройства внимания. На этом у меня все. На следующей неделе я расскажу вам много нового, а главное полезного. О том, как разнообразить свой досуг с ребенком летом в Нижнем Новгороде. Смотрите специальную рубрику «Город для детей». Пока-пока!